Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Надежда, и я сотрудник компании Tial. В этом видео мы познакомимся с вакансией на предприятии LG Energy Solution всем от 20 до 44 лет. Эта фирма появилась во Вроцлаве в 2016 году, но уже является самой большой фабрикой в Европе по производству аккумуляторов для электромобилей, которая не прекращала работать даже во время локдауна, когда большинство заводов остановилось. И сейчас уже более 4000 украинцев работает на данном предприятии. А так как все мы знаем, что сейчас весь мир все больше интересуется электромобилями и переходит на этот вид транспорта, нагрузка на производство увеличивается, и они нуждаются в новых сотрудниках. Руководство завода хочет видеть в большей степени мужчин или семейные пары до 44 лет, в меньшей степени девушек. Учитывая, что большинство процессов делают мегасовременные машины, кандидаты должны иметь навыки работы с компьютером, в основном с сенсорным экраном. Социальный кандидат должен иметь визу более 5 месяцев и украинское гражданство. При необходимости Tial оформляет рабочую национальную визу с последующим трудоустройством на LG Energy, оформляет карту побыта, можно даже оформить воеводскую визу на год, даже если вы ранее не работали на этом предприятии. Но политика компании запрещает трудоустройство кандидатов, которые ранее были уволены с данного проекта. Давайте я буду вашим экскурсоводом по этой вакансии. Работа и жилье во Вроцлаве, а это один из самых комфортных и красивых городов Польши. Нас привезут на автобусе и поселят в комнаты по 4-6 человек. Жить здесь будем бесплатно, даже коммунальные услуги оплачиваются по стороне работодателя. Вот мы и заселились. Если вы семейная пара, то скорее всего вас поселят еще с одной семейной парой в комнату, но координатор поставит вашу пару в одну смену, а ваших соседей в другую смену, и видеть друг друга вы практически не будете. В большинстве случаев у нас есть постельное белье, кухонная утварь и все, что нужно для жизни, но советую эти вещи иметь свои личные. Теперь мы поедем на сам завод и узнаем, что же за работа предстоит, и нас встречают и ведут в цех. Здесь мужчины будут работать операторами на линии, возить катушки на специальных тележках и следить за процессами на процессе цел. Или операторами возле машин. Они будут клеить наклейки, зачищать ненужные элементы, следить за процессом на процессе пак. Женщины будут работать на контроле качества на процесс цел или операторами возле машин. Они будут клеить наклейки, зачищать ненужные элементы, следить за процессом. Каждый месяц координатор выделяет перспективных сотрудников и предлагает им пройти письменное тестирование, по итогам которого вас повышают в должности и поднимают зарплату от 1 до 4 злотых в час. Чтобы пройти этот тест, нужно быть ответственным, хорошо знать процесс, на котором работаешь, и уметь объяснить, что нужно делать другим на этом процессе. Есть премии за работу на праздники или рекорды на смене – около 100 злотых. Есть две рабочие смены – днем с 7 до 19 и ночью с 19 до 7. Три перерыва – 15, 30 и 15 минут. Если вы с второй половинкой попали на разные смены, нужно подойти к главному по цеху и сообщить ему. Раньше, чем через 2 недели, вас переставят и вопрос будет снят. Теперь, когда первый рабочий день закончен, нас на автобусе везут домой. Дорога занимает не больше 50 минут. Вот мы и приехали, теперь мы можем отдохнуть и расслабиться. Я надеюсь, вам понравилась эта экскурсия, мы там встретимся совсем скоро. Если понравилась вакансия, то Tial оформляет рабочую национальную визу с последующим трудоустройством на LG Energy, оформляет карту побыта, можно даже оформить воеводскую визу на год, даже если вы ранее не работали на этом предприятии. Но политика компании запрещает трудоустройство кандидатов, которые ранее были уволены с данного проекта.
Если остались вопросы, просто напишите мне в комментариях или позвоните по номеру в описании под этим видео. Обязательно поставь лайк и подпишись, чтобы не пропустить новые видео. До встречи, друзья!